Мужские и женские летние брюки марки Бенетон, это стук. Размер указан 42, то есть соответствует 48 размеру. Данные брюки получаются, наверное, в основном будут женские. Так, вот это, по-моему, мужские 54 размера. Бенетон. Ростовка тоже вроде хорошая. Так, следующие женские маленького размера джеггинсы. 26 здесь указан. Ну, практически детский, наверное. Так, следующая тоже марка вот Бенетон. Размер 42 указан европейский, соответствует 48 российскому размеру. Хотя, честно говоря, тут нету 48. Это как раз, наверное, есть 42. Маленькие они. Так, летние вот такие штанишки очень легкие, тонкие. Тоже марки Бенетон. Размер 38 указан европейский. Вот хлопок. Практически прозрачная. А далее 35 здесь указан размер. В принципе, такой средний хороший размер. Только Бенетон, других марок нету, то есть ничего не подмешано. Так, размер вот не могу понять, слишком много букв. Но тоже где-то 44-46, наверное. Средний небольшой размер. А здесь указан 29-й, то есть джинсы и летние брюки. Такое наполнение. В основном женские, как обычно. Размер 31. Так, тоже вот женские 30 здесь указан размер. В основном маленькие, средние, небольшие размеры. Так. Тоже Бенетон. Размер 34-36. То есть небольшие. Это льняные. Летние брюки 38-40 указаны размеры, то есть примерно 44-46, наверное. Это скорее бриджи, чем брюки. Внизу резинка. 38 указан размер, тоже маленький, рельеф. Бенетон. Опять 38-40 примерно. Но размеры маленькие, небольшие. Больших 50-52-54, таких здесь, по-моему, даже не было. Так, 36 примерно. Тоже вот коротковато, это бриджи. 52 размера, это мужские, по-моему, да. Вот таких немного, то есть больших размеров. Так, следующие женские, 36 указан размер. По-моему, тоже. Да, видите, одинаково. Так, дальше 31 размер. Джеггинсы 26 размера маленькие. Так, здесь у нас размер указан 40-42. Ну, примерно 46-48 получается российский размер. А 30 размер. Так, вот это, конечно, неожиданно. Размер XL, это сарафан, но тоже марки Benetton. Тридцать шесть, 34, а здесь вообще 38 указан. У разных стран разные размеры, ну, как видите, небольшие, кстати, такие уже были. Что-то повторяется. 54 размера мужские с боковыми карманами летние брюки. 28 здесь указан размер. Уже женские. Так, здесь размер 38. Тоже марка Бенетон. 48 размер мужские. Летние. Среднего 48 размера получается. Так, здесь размер 46. Да, 46, наверное, российский размер как раз таки будет. Ну и последнее. А, Сисли. Смотрите, думал, тоже будет Бенетон. Размер 36. Летние женские брюки марки Сисли. И на этом все.